Я бы за это, конечно, ГП ебанул, но, блядь. ГП за прохождение боссов и ГП за залив с рейда, да. Ну, вот такой мне ливал. А что он сделал? Ну, он рухнулся. Так. Две метки в РДД. Одна метка под... Соответственно, блять, под жопу босса. Здесь понятно. Дальше хилы, РДДшники, вы все в рендже стоите. Милишники под левой или под правой ногой начинают вина. Держим ренджу, с спорами сбегаемся. Чек на готовность. Так, а кто? Царь. Кто первый? Ты что, дурачок, это хикилол был? Лол это сделал. Леру. Смотрим за пельменями, отбегать не забываем. Споры. Поставь его в центр. А, в центр все надо. Спора под по центру, блять, сказал, под левой или под правой ногой. В чем проблема, блять? Сомервиль, а такое взял? Не летал? Нет. Очень хуёво. Да. Споры. Под левой ногой. За этим должны сами следить. Споры не ловить. Ну, блять, как пельмени. Ренжу набрали. Споры. Я блюю. Под правой. Алиса, Блад, стой. Левый. По центру. Под левой.
Так, Сумерми, ТП в Долоран, Биби, шкаф. Иди сдавай квест оперативный. Сколок есть? Нету. Да что нормально, я 2 месяца осколки собирать буду. Сива метистовая стоит? Да. Ты когда соберешь, ты фурики будешь или в армсе? Я посмотрю, от Т5 зависит, когда получу. Меня бы было уже давно в армсе, если была бы черешка. Сумон. Из вов. Сумон. Давай. Да, сейчас черну. Сколько там надо? Дис, походу. Собычки есть? Отдалась? Да. Я-то думаю, что за фигня, что с ДПСом, что неправильно мне показывает. А мы, у нас бой с профом оказывается. Наконец-то убили профа. Проф был очень легкий, не знаю, чем его раньше не травили. Я его поставил. Все так. Все хилы под боссом, РДДшники в РДД зоне. Лужи не ловим. Здесь понятно. Лица на боссе, я на слизи. Чик на готовность. Все готовы, отчетно. Киньте на фельдшер этот, как его. Лайн свобода. Где Рага, я не понял.
Да, где она прохил. Минус 2 РДД. Май. Блять, а как там большой-то оказался? Пыльте, блять, раньше времени. А, будет. Пыль. А посол запрохил. Хабером что? У нас два кастера упало. Может кому-то выйти? Не надо. Готовимся, взрыв. Бежали. Бежались обратно. Взрыв, готовимся. Бежали. Ужасные новости, народ. Гниломорд сдох. Но есть не калить. Отличные новости. Он оставил море слизи. Хоть плыви по ней в кровь. Не уходите, тут слизи надо добить. Да я поэт. Слизняка добили? Короче, в жопу этот шлем не мучает. Возьмешь квест, ничего. Давайте один хрен буду я. Раз впервые меня нахрен на целка не. Упала. А типа, если в обычке делал квест, то его нельзя сделать в гере? У меня нет квеста почему-то. Он сейчас даст. Ну, я и говорю, мы в обычке делали, значит, в гере нельзя уже сделать. Хожу налево, хуй тебе, а не третий спек. Два фул ДП только на рейте. Да, прыгай. Кольцо-то хотел. По-моему, кто-то квест сдал. Да.
Потому что Шреддер открыл сумку. Ну, кто-то сдал, я пошел, взял. Что, со всех убралось? Не, кто не идет, это Хатико кольцо? Нет, чувак, это кольцо идет, Хатико. У меня даже квеста не было. Уже вроде СРС-ки из ЦЛК за реку, нет? СРС-ки хэм только вписываю, а это идет кольцо. Пока нет СРС-ки, а РС-ку хэм мы пока это не делаем. Шансонг не сдает, я ожидал. Я даже лучше бы собычки носил. Нет. Зависит от того, какие у тебя капы. Чего тебе не хватает, мастерства или меткость? Тогда уже смотришь. Я понимаю, что оно в общем-то идет, но я так, для биса имею в виду. Ой, сейчас ГП полетит. Его уже сдали. Мы еще не сдали, тут два человека. Подойди, мид. А у вас есть дебафы? Я тебе сдам, тебе должно засчитать, по идее. Так, нет, ну, уже... Если есть дебафы, это засчитает. Засчитало. Точно всем засчитало? Ладно. Вам главное, блять, квест или шмот? Вы определитесь. Ну. Чего вы там тянете? Шмот есть? Засчитала мид? Нет, засчитала. А, сука. Ты тебя че ешь, кольцо? Клыкач, дух ставил. А, нормально тоже. Надо релокнуться, что это не то, ну. Не раги не набирается, ну. Релоуд сделай. Биоафокаты. Кто знает, как называют? У тебя есть метод. Как называется чарка на... На штарт. На запястье, на 45 СПД, знаешь, шар. Сила заклинаний. Ну, сила заклинаний, там 4, сейчас скажу, какая. Нави проиграл и позитив, гайз 2-0. Наверное, 4. Там чар для наручей, сила заклинаний 4. Там свиток чар для наручей будет. Че, поконтрольте присты. Царь печеньку там, я не знаю. Кто там? Кекслол, трусы. Я какой-нибудь бедолагу в этот... Корни, палы, фернете, ромбик. Давай, короче, хикюлол черепок, Джованни, на тебе квадрат. Я контролю кружок. Шансунг, законтролишь этот, как он называется-то, трусы. И по ромбику меду, понятно. Куда вы раньше времени начинаете контроль давать? Ой, блядь.
По черепу. Видите, играть? Череп. Череп, дальше печень. Звезду лейте, просто и так сольется. Крест законтролит шедер. Дальше трусы царь. Шансунг звезду. Джованни печеньку. Остальные-то можете без метки фигануть. Ясно. Кресту. Как же вы заебали стоять в разных концах? Okay. Oh. Потому что надо было заходить на правую сторону. Поднимите, пожалуйста. Ясно, бейте. Спасибо, чувак. Рыбу поставил, Алиса, ты стоишь на двоих. Все РДД подбивают кинетику. Баф отдали. Каски обновите под ДП. Джованни в Долоране, Виби, поставь шкаф. Думаю, что не так, а у нас нету хосты. Фелшер, ставь тотем на мили хост.
глупые смертные. Думали, что... Дайте им по 5 на престол. Сдали фулл баф, пожалуйста. Рыбу поели. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Чек на готовность. Все готовы, отчет на пол. Лей, на пульт Алдораму, пожалуйста, молись. Сос, бэйр желание. Я? Да, пожалуйста. Вихрь тогда. Вихрь, рейнджу набрали. На ком много стаков встали и постояли. Элинар прохил. Вы чё? Не на цели. Дораму. Веру дали. Келесету, точечно. Смотрите тут этот вихрь. Рейнджу набрали, Волнара играем. Дал прожимку. Кинетика, я не могу всю держать. РДД, сыграли по кинетике? Маша, стой на месте, прохильте. Их, Рейнджу набрали. Посол, 21 стак. Стой. Потому что я кинетику бью, блядь. По Келесету точечно.
У меня на цели 3 секунды. По Валанару. Ренджу набрали. Сколько упадет? Летим. Вторая падает. Порез. Даже осколок упал. Они за 10%. Я нажал off spec. Я отниму. 10 идет. Нет, Тёма, тут идет теперь, я насколько понял, за весь танковский хиллской шмот 10%, даже если off spec. Почему так несправедливо? Почему несправедливо? Почему так шмот на танка за full GP, как и все, нахуй? Что? Какая разница, у тебя такая этого пара нет. Да, я знаю, но, типа, блядь, блин, несправедливо, типа, хилы и танки получают меньше ГП, а ДД больше. Забирай сколько. Я его не вижу. А что, ты его не видишь? На некоторых боссах не. Забрал. Мастер, сколько осколков? Чё? Сколько осколков? 9. Понимаю. 2 за рейд. Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного Финкельштейна. Алиса, ты где шароебишься? Я тут подошла. Сейчас. Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок, но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть! Выманите их сюда, и мы вам поможем. Да. Никто не этот пролил. Ясно. По кресту. Ни секунды не успел просто.
По черепу. Так, а мост, дай обмен. Собачки есть? Так, соответственно, ребята, все встаем под босс. Далее, какого? С тенями, ребят, тени я буду анонсировать. Убегаете вправо или влево, разливаете лут по центру. Соответственно, потом возвращаетесь в рейд. Кого кусать, я скажу. Далее, по укусу, если вы не знаете, как кусать... У вас пропадает по истечении одной минуты, пропадает с панели стандартной, начальной. Все скиллы, остается один скилл на единичке. Соответственно, вам надо подойти к человеку, встать перед ним, выбрать его в таргет и нажать эту единичку. Тогда вы укусите. Соответственно, вас не возьмет в контроль, вы будете бить охрененно очень много. Далее, при взлетке, где-то за 2-3 секунды, мы сбегаемся в центр, диспелим этот, как фир. После того вы оставляете вот этот кружок в центре комнаты хилам. Хилы стоят в центре, ДДРДД танки набирают рейндж 10 от хилов и от других, соответственно, людей в рейд. 10, понятно. Чек на готовность. Стой, секундочку. Я готова. Маша, ну, сейчас... готова? Секунду, инфу донесу. Бесполезную. Лимон в джолках. Ничего. А чего они с Сандрой пошли? Отчет на пол. Было так интересно сейчас. Я сказал бесполезно. Турбо царя. Я отдам прожимку на первую. Бичья голова.
Дайгрин. Мид шансонга желательно не кусать, у меня лаги. Царь лопососа, турба, желание. Войд. Тотем трепета воткнули шаману. Эльрей, центр побежали. Здесь опрожимку. Ренджу набрали между друг другом. Бичеголова, гимн на хп. Под жопу босса. Шарпистол. Турбо, Виби, Царь, Ниша Про, Джованя, Сомервилля, Лопасос, Вайда. Тотем на милихосту. Направо, бегите сильнее. Фельдшер. Покусали. Дальше. Сомеви, можешь мастера, Джованни, Эльрея. Дальше. Маша побежала. Сместитесь чуть-чуть, сместитесь. Покусайте этот, любых, короче, 85 РДД. Дал прожимку. Даю гимн на ХП. Давай, Хекслоу, Шансун, гимн на ХП. Шарпистол, Айнузад, гимн на ХП. Любы ДДшников, РДДшников, давайте. Главное, укусите. Кусали. Чуть-чуть левее встали, потому что в луже. Геро. А, паладин выбежал, отлично. Хоть осколок есть. Видишь осколок? Да, сейчас да. Так. Ой, ну зад, скада не показывает Т4. Удали. У меня показывает мой танковской, то есть мой Т5 даже. Да, ой, ну зад, не показывает. Обзор под Т4 не показывает, показывает только обычный. Хила Т4, да, показывает. А обзор нет. Это на форуме даже. Ты еще один не установил, Дайгрин?
ты все равно попару не вытащишь. Печеньки по роллу или нет? Обычная. Обычная, да. Заебёте. Рольте. Сами. Понимаю. Ребят, можете не ролить, прекратите. Ну смотри. И она нужна была, что ли? Да успокойся. Их еще, блядь, 250 штук. Чулан, я могу отдать тебе? Мне на тело надо, и тело я еще не прям пойду менять. Отдай чулана. Антон. Сгорит. Что до сих пор не освещен? Да, мне тело не к спеху, если что. Оно у меня в банке лежит. Близко к цели. Выбираем, куда мы идем, на проф или на синдром. Проф. Мне кажется, синдром легче. Получен синдром. Да, синдром. Плюс. И вообще, я бы спать пришла. Говорите, для вас синдром легче? Ну, давайте посмотрим. Посмотрим. А мы пойдем на профу. Колпа не упадет. А мне срать, ну. Если вы говорите, что синдром для вас простой босс, без проблем, пойдем на сложный. Они оба простые, в принципе. А меня хилить будут? Только нет сложных боссов. Вот именно в том-то и прикол, что... У нас очень сильно проседает хил. И ДПСа пока не хватает. ДПС, ну, 270к общий у нас. ДПС, это в манеке ловой. Ну, как для людей в этом рейде, синдром полегче. Вот поэтому мы идем на проб. Они будут думать так же, как и Финка, что освобожденка диспелится. Я не знаю, что синдра будет легче для них. Ну, Финки же здесь нет. Финка это вообще... Кто сказал, что нет похожих на него? Вон, Хеклоу похожий. Красиан тоже нет. Красиан вас в РСК не удивил, нет? А что было? С Красеном? Да. Ну, на него метка повесила, цвету, под конец. Мы ему орём всем дискордом, убегай. Он встал в РДД и стоит, смотрит по сторонам. Я тогда, короче, после этого момента по мане вниз села и закончила проступой без маны. Было охуенно. В следующий раз просто меняйте тактику. Ори, чтобы все убежали от Красена. А так и было. Все убежали от него. Правда, лужа на весь свет разлилась. Знаешь, какая тут тактика? Когда падает метеор, челик с меткой в свету немножко отбегает, но диспелит рано, и весь рейд перелетает на другую сторону босса. И вес метеора спасает, да? Да. Была такая хуйня на синдре. На синдре нет меток, как в Хелене. На притяжке притянула, а потом ногой всех откинула нахуй. А, ну да.
Что-то, блядь, не могу понять, что с этим ТПСом вроде у меня, блядь, скачал. У меня живот болит. Беременность залетела. Блин, а кто отец? Я бы сказал. Кто? Но ты гермафродит. О, как ты знал. Мастер, будешь растить моего сына как своего? Глупый крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы силы. Нет. Я его подброшу, войду. Блин. Блин, идеальный план. Сбросить ребенку Вайда, и его жена начнет ревновать, его и пойдет ко мне. Где этот, блядь? О, подкнули. Копье, копье, копье. Уйду, у тебя что, жена есть? У него дети есть. Вайд, а сколько у тебя детей? Сколько им? Зайди в любой из викликов и посмотри. У нас диспал, дайте под... Три осколка зарейд, я прям богач, ну. Постарайтесь сохранить все части тела. Рыбу поставил. Так, пиратор с шарпистол захиливает. Это чулан, блять, возьми. Если что, я тут еще свое максимум час или полтора буду. У тебя нету выбора. Как тебе тут быть? Будешь до последнего? Я спать хочу. Мне без разницы. Мне завтра нужно идти в важное заведение. Мне что, нужно подальше. Мне очень нужно хорошо доспать. Алиса слева, я справа. Царь. Кто-то про ФК писал выше чатом. Насколько? А кто хилит? Царь обезьян, 1-2 минуты ФК фастом. Медвей, кто в порталах? Шарпистол и Императорс. В порталах, Медвей. Не на рейде, а в порталах. Так а он что сказал? Вы что, блядь, почему? Не дрочите или что, ёпта? Сказал Императорс, и Шарпистол захиливает Валю. Ок. Чем вы слушаете? Жопой? Сорян. Чек на готовность. Все готовы, а чё-то на кухне. Подавителя.
Разгром слева. Выкач под каждого пузатого каток даешь. Лопасос, если что, страхуй хилов, пожалуйста. Я для этого в танке и остаюсь, чтобы забирать со всяких императорцев. Двадцать пять норм, и в Атханале было, хилы дохли. Императорец, подожди. Айнузад, бычья голова, диспелинг с танков, болезнь. Да и со всех. Разгром слева. Выкач, ты меня слышишь? Слышь, чат. Выкач. Молодец. Каток под каждого этот толстяка. Услышал? Подавителя. Мне стаки больно бьют. Слишком, этот, 24 стака максимум. А потом просто заходишь в портал и обновляешь. Я проебал стака. Давитель один сзади, слева, сверху. Бычья голова также по порталам. Валю, на Валю захил. Переходи. Подавителя. Вообще голова, если что, впервые на порталах. Летаешь там стаки, там будет такие точки. Собираешь. Максимум там 20 стаков. Ревинар. Маша, бей ревинар, быстро. Лопасос слева, страхуй. Ближе стой к Вальке. Они. И в Долоране. Пробахали до конца. Я-то думаю, что надо? Подавителя. Она в ДК там. Чего еще раз? Ничего, ничего. Разгром слева.
Ну, подождите всех, куда вы летите? Летайте толпой. Забрали когда 20 ману. 24. Просто на ману бы успеть. Шансон читает уже. У некоторых ДДшников вообще ману. Гром справа. Давителя. Только у меня показывает берса 30 секунд. Нет, у всех. У меня не показывает. А, не показывает. Тут нету берса. Ну как, есть тип. Больше мобов начинает выходить. Soft and Rage. Но тут не пишут. Не Паша, точнее. Сколько у хилов стаков? Разгром справа. Подойдите. В Императорса 9, что ли? Не увидел, мне ДБМ закрыл. 20 скидывал. Зачем скидывал? Меня и так бьет сильно. Потому что собираешь 20 Посос. Стаков, а потом в портале по 2 стака. Этот, как его, выйди с формой, БР не машу. Фикс лол, гим на ману. Шансон, гим на хп. Пират, не, мана не. Можешь, вставай. Подавить. Еще раз пойдет. Там зарегирует его. Подавителем сыграть. Поверх подавители, 3 штуки. Бычий голову, а что ты перестал ходить в портал? Был захилили, что ли? Я ходил. Это. А, сейчас. Еще. Ну да. Сейчас пойду. Пистол сдал. Вот это. Разгром справа. Нет, у меня СС. Где вообще там? Виби, я тебе скрин кину после буса. У нас порталы летает. У нас Шарпесту сдох. Чего император? Ага. Император Субаф, это дайте. Эвинара прохилите. Ребят, диспельте болезнь на танке, который на жирке. Пожалуйста, не будь он что-то. А еще гимн на ману есть?
Дай на ману. У меня желание дай на ману. Ману откатил. Винузат, а ману есть? Кайте его, если что. Подавители. Давай тут прохидывать. Шесть процентов. Лети в портал, Императорс. Паладина, дайте возражение рук на валь. Сейчас приедут стаки. Да, Императорс стаки въебал. Читай на ману шансон. По подавителям сыграли. Она не стоит, у нее 100%. Еще раз закидывайте, пока она не встала. Бать, проблема начинается с Вальки у нас, да? Как в обычке, так и в Хэллина. Ну, был бы я в Эрдру, я бы полетал по портам, сколько бы мог, а я в танке. Равно лутно.